началось то, что я назвал «битвой за Беларусь». И сейчас уже ни для кого не секрет, в том числе и для аналитиков, что это действительно реалии, новая реальность, в которую мы вступили. Над нашей країною нависла погроза анексії. Країна, коли сутикається з значно більш мощним ворогом, має шанс вистояти. Тільки тоді, коли вона гуртується і об'єднується. Коли країна перетворяється у крепость. Сама велика небезпека здачі цієї крепості – це зрада. Сама страшна зрада, коли зрадник – комендант крепости. Один шанец вратовать эту крепость – это повесить зрадника на городских воротах. Иначе нет! Будущий лидер белорусской социал-демократической партии «Народная громада» Николай Статкевич в 1978 году окончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище ПВО, служил в Заполярье. В 1982 году Николай Статкевич вернулся на родину и поступил в адъюнктуру при Минобразования и науки. После защиты диссертации ему присвоили статус кандидата технических наук. С 1991 года он читал лекции на белорусском языке. Николай Викторович является кандидатом технических наук и подполковником запаса. Еще до распада СССР разработал и опубликовал концепцию создания белорусской армии, которая была реализована уже после распада Советского Союза. В начале 1991 года в знак протеста против подавления танками демонстрантов в Вильнюсе Николай Статкевич вышел из КПСС. А 20 августа 1991 года он единственный из военнослужащих в Беларуси публично выступил против путча в Москве. Призываем армию! Не принимать участие в реакционном перевороте. Сегодня вы молчите. Завтра вас отдадут приказ стрелять свой народ, ваших отцов, матерей, братьев, сестер. Выбор надо делать сегодня. Завтра может быть поздно. Завтра может начаться гражданская война. Белорусское образование войсков. За этот поступок Статкевичу грозил расстрел, если бы заговорщики победили. Тогда же он и объявил о создании белорусского объединения военных. Здольностью пробачить будущее. Коли пробовать родить такой прогноз относно нашей будущее, то нельзя выключить рогодность того, что дальнейший рост социальной напряженности может привести до социального выпуку, навод до гражданской войны. Ведомо, это горший вариант развития подеи, але для его треба рыхтоваться. Мы верим, что такие варианты развития подей немашумы на нашей земле, бо мы ведаем свой народ. Это спокойный, толерантный, верный добрый, верный пацарит. В 1993 году Статкевич высказался против отправки белорусских солдат на иностранные войны в рамках договора о коллективной безопасности. Из-за этого за месяц до защиты докторской диссертации его уволили из армии. Тем не менее, белорусских военнослужащих не отправляли в горячие точки. В 1995-м Николай Статкевич был избран председателем Белорусской социал-демократической громады, а после объединения с Социал-демократической партией народного согласия и образования Белорусской социал-демократической партии «Народная громада» стал председателем последней. С 2003 года Статкевич является лидером Европейской коалиции. Он трижды в 2006, в 2011 и в 2020 годах признавался узником совести. Николай Статкевич является обладателем премии Вилли Бранта за особую политическую смелость, а также получил премию Юрия Захарченко под названием «С открытым забралом». Ён человек своего слова,
Я не памятаю, например, таких ситуаций, как он нечто пообещало, альбо нечто сказал, и после этого слова не тримался. То есть это принциповость, это, мабуть, одна из таких рисов его характера, которая вельми вызначенная. И у 36 годов он уже был подполковником, и его докторская праца уже была написана, и он повинен был раз несколько тыдня ее оборонять. Але это был початок 90-х годов, это был развал Советского Союза, была спроба путчу, были вельми мутные часы. И мой батька в эти часы он начал цікавиться политикой, он засновал белорусское згуртование войсковцев. У него есть сапраўды некие здольности, которые отрозніваюць его от інших. Например, здольность повести за собой людей. Я лічу сапраўды, что он вельми харизматичный лидер. И он у стане взять отказность так само за свою деятельность. Вообще Беларусь, она разная. Будущее европейская демократическая Беларусь, агрессивно тупой совок с репрессиями и диктаторской властью. Первую Беларусь олицетворяет Статкевич. Он герой. Когда мне задают вопрос, выйду ли я снова, там, не боюсь, ты столько перенес и так далее, это вопрос людей, которые меня не знают. Но меня знают очень многие. И Лукашенко меня знают. Ты меня знаешь. Пассионарий. Будем боронить Беларусь. Будем рыхтовать себе и своих близких и сябров. А на нас лежит эта отказность, на тех, кто не боится, как Беларусь жила. А я уверен, я маю надею, я маю уверенность. Мы не отдам нашу країну никому. Беларусь будет жить. Живи, Беларусь! Патриот. Сегодня исполняются 2 года, как у нас забрали свободу. А я у никого не скалимся с этим. Живи, Беларусь! Живи! Шановные сябры, мы начинаем демонстрацию протеста. Демонстрацию обороны наших правов. Я сподіваюся, що раніше чи пізніше ми переможемо. Я дякую всім тим, хто не гляньте на мене, прийшов сюди. Сябри, пішли, кроком рус, шану рус! Гарант демократических перемен, который отдал всю свою сознательную жизнь для построения независимой процветающей Беларуси. Я думаю, говоря о тех событиях, надо еще раз и еще сказать, почему так необходим протест в несвободной стране. Ну, во-первых, если вы не протестуете, если вы не собираетесь собрать людей на протест и поменять ситуацию, тогда на что вы надеетесь? Особенно тема протеста делается актуальной в период президентских выборов, когда диктатор имеет полномочия президента, функции и названия, потому что это значит, что если мы не протестуем, его полномочия, его власть над страной, незаконная власть, продлится еще 5 лет. Второе. Если мы не протестуем против власти, если мы не оказываем на нее давление, то она усиливает свое давление на общество. Если бы не было всех этих десятилетий уже, к сожалению, протестов, то, может быть, белорусы уже ходили бы строем в одинаковой одежде, там, да, и одинаково постриженные, и работали там за какой-то там жалкий кусок хлеба. А вторую олицетворяет Лукашенко. Преступник, незаконно захвативший власть, физически уничтожающий своих противников. Лукашенко – предатель, продавший независимость Беларуси ради собственной единоличной власти и фактически сдавший страну Путину и втянувший Беларусь в войну против Украины. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. В целом примечателен тот факт, что, по некоторым данным, Лукашенко также является подполковником, как и Николай Статкевич. Путин полковник, обещал мне полковника присвоить, до сих пор не присвоил. Но полковника кого может присвоить Путин? Российской армии. Но если сравнивать эти две личности, то Статкевич – это настоящий военный. Он кандидат технических наук, которому из-за его деятельности
не дали защитить докторскую. А вообще он шляхтич по рождению. Статкевичи там, в этих местах, появились где после 16-го стагодия. Ранее, ну, окажусь, починальник вот этой глины рода жил на недалеко от Несвижа, каля старого палаца Радзивиллов. Прамы продок по линии мати и бабули мой Мартин Володкович. Это он был секретарем третьего статута ВКЛ. Рыцарь по жизни и защитник своей родины. Мы показываем тебе, как делать. Самое главное, что вы сделали сегодня, подписались ногами. Вы пришли сюда. Вы показали, что вы не скоты. Вы показали, что свободные люди. Беларусь, берите пример с этих людей, с этих героев, которые пришли первыми, когда было еще неизвестно. Самое главное, даже не то, что мы говорим, не то, что мы подписали. Просто мы пришли. И это самый важный знак и сигнал для этой банды власти. В то время как Лукашенко – это приспособленец, недоучка, сделавший карьеру комсомольского работника. Он якобы специалист широкого профиля, при этом разваливший страну. У нас зарплата ниже, пенсии ниже, цены выше. Почему, если у них, если верить этим людям, в этих европейских странах постоянно там наводнения, снегопады, кризисы, развалы, обвалы, революции, они живут лучше. А у нас полная стабильность, стабилизец, да? Оппозиция не мешает, все хорошо. А живем по сравнению с соседями все хуже и хуже. Вот вопрос про экономику. Лукашенко хитрый, мстительный карьерист, который, придя к власти, сразу начал уничтожать белорусских лидеров. И при этом он гордится тем, что является последним диктатором Европы, а еще Лукашенко – русский со знаком качества. Белорус – это русский со знаком качества. Я еще 20 с лишним лет тому назад сказал. Лукашенко считает Статкевича своим личным врагом. Он ненавидит его еще с начала 90-х, когда Лукашенко стал депутатом Верховного Совета, а Статкевич организовал Белорусское объединение военных. Все 28 лет Статкевичу пришлось не просто бороться за Беларусь, а бороться с лукашизмом, который оплел своими щупальцами все сферы жизни в стране. Лукашенко не допустил Статкевича на выборы 2001 и 2006 годов, сфабриковал уголовные дела и посадил его. В 2010 году Статкевич смог стать кандидатом. Я задаю вопрос человеку, кандидату, который побоялся сюда прийти. Человеку, который занимает пост президента нашей страны. Если верить БТ, у тебя заоблачный рейтинг, а у нас ниже плинтуса. Тогда чего ты боишься? В чем проблема? Проведи честные выборы и докажи всем свое преимущество. Но после Площади получил самый жесткий приговор – 6 лет. Я оказался на, если быть точным, наверное, да, где-то на 4 года и 8 месяцев в местах лишения свободы. Я голодал 24 дня в СИЗО, это был тоже удар по здоровью, меня там пробовали по-всякому. Я тоже прошел всю пенитенциарную систему, все прелести, все, что там есть, все было против меня использовано. Для тех, кто понимает, две крытых. Да. Но я знал изначально, на что я иду. Я смотрел на этих кандидатов, типа, думал, вы что, вы не понимаете, куда вы лезете? Вас ли там или сломают и выставят, не знаю, бог знает кем, и выставили. Или вы попадете в такую мясорубку. Я не считаю себя жертвой. Я осознанно шел на это. Единственное, чего я боялся, и они свидетели, потому что я говорил со своими близкими, и мой брат спрашивал, говорил, Николай, брат, чего ты боишься? Я сказал, я боюсь, чтобы не было крови, чтобы никого не убили. И когда я узнал, площадь закончилась, все живы.
И я был счастлив. Я лежал, видите, побитый там, голодающий, я там плевал на эти там попытки там какую-то подписать какую-то любую бумагу, и я чувствовал себя, что мы это сделали. Еще, конечно, ну, было жалко очень этих людей, тех, которые били стекла. Я не считаю, там, может, кто-то провокатор и начал, я не знаю. Это были случайные люди, но они имели право. Вы говорите, законное основание, кто-то говорит, Лукашенко дали силу применить. Законное основание было у них, потому что Беларусь является членом ООН и подписалась под всеми декларациями, признает их выше закона. А в декларации ООН о правах человека нации сказано, что если правительство незаконное, если оно наносит вред народу, если оно не проводит честных выборов, народ имеет право его смести. Я в суде, мое последнее слово, я говорил, да не смею, да что, да смешно. Он в миллиарды ворует, опять страну, власть украл, захватил. А ему пару дверей разбили, да молодцы, герои. И я этим людям сказал, которых я их ни разу не видел до этого, которых посадили типа подельники. Я им сказал, ребята, осенью, это было в конце весны 2011 года, осенью вы будете на свободе. Я счастлив, что они там оказались. А я был готов ко всему этому. Из-за давления Запада он вышел на волю, так и не написав прошение о помиловании. Безумовно, залишне казать, что я не написал ніякого прошення, ніколи не зробив би этого. Дякую вам. В 2020 году Статкевичу не дали баллотироваться, нарушив Конституцию. Но работа, которую он вел с 2016 года, выйдя из тюрьмы, дала свои плоды. Я звертаюся до патриотов Беларуси. Вы ведаете, что отбывается с нашей краиной апошні 26 годов. Вы ведаете, что банда во владе знищает всепарски национального. Ведаете, что она зробила с нашей мовой, як она змагалася супроти нашей истории, як она залезла в полную залежность от России. Лукашенко заморозил нашу країну, и она покрыта льдом, и под этим льдом гине все, что поспело провести в початку 90-х национального, белорусского, соправного, историчного нашего. Зараз на гэтыя типа выборы Лукашенко реально не пропустил ніводнага патриотичного кандидата. Я залічваю себе до таких. И у меня была группа 3000 человек, але он не поспел я зарегистровать за этой типа судимости. Але зараз у нас есть уникальная магчимость зламать гэты лёд над Беларусью. У неделю 31 травня в 12:00 у центрах, областных центров и у Минску, каля Комаровки, отбудутся пикеты, митинги. Редкая легальная возможность собраться разом и сказать про свои проблемы, про то, что мы живые, у темнику, про то, что Беларусь живая. Я закликаю патриотов, кем еще засталася вера, энергия и силы, скористайтесь этой возможностью, придите туда. Сябры, есть уникальный шанс. Драматичные змены непозбежные. И они все равно будут, але только от патриотов Беларуси залежит. Куды пойдет ситуация? А она пойдет туда, куды мы ее поведем, коли здолеем. Будем разом. Гартуйтесь у борьбе. Силы появляются только у того, кто змагается. Без змагания мы не уратуем Беларусь. Живи Беларусь! Беларусы пробудились и сломали лед, сковавший Беларусь.
Однако Лукашенко уже пообещал Путину Беларусь взамен на его лояльность. Беларусь должна была стать плацдармом нападения на Украину. Лукашенко начал устранять своих соперников еще в самом начале избирательной кампании. 29 мая с пикета похищен Сергей Тихановский, союзник Николая Статкевича и один из кандидатов протеста. 31 мая 2020 года около 12:30 на улице Маяковского в Минске люди в штатском на микроавтобусе заблокировали машину жены Статкевича Марины Адамович. В результате был задержан Николай Статкевич. В задержании не участвовал ни один милиционер в форме. Как рассказала Радио Свободе Марина Адамович, «Мы ехали из дома в Лошице на Комаровку. На улице Маяковского, нарушая все правила дорожного движения, микроавтобус перегородил нам дорогу, заставил остановиться. Люди в штатском вырвали из машины ключ зажигания, вытащили Николая и увезли в неизвестном направлении». Так, с двух сторон. Представьте мою машину! Представьтесь, назовите себя. Так, это что за гопники такие? Дай покой. Забрал ключи, ваша фамилия. Остановитесь, Камиласка, дайте мне документы. Звоните в милицию. Забрал ключи. Звоните в милицию, на нас нападали гопота. Сергей Тихановский и Николай Статкевич – лауреаты премии Сахарова. Они оба получили самые большие и жесткие приговоры. Тихановский – 18 лет лишения свободы, а Статкевич – 14 лет особого режима, что означает содержание в закрытой тюрьме для смертников в самых страшных и тяжелых условиях. «24 февраля 2022 года Путин начал войну против Украины. Лукашенко стал соучастником военных преступлений, а Беларусь была втянута в войну против братского народа. Часть вражеских формирований ворвалась в Украину со стороны вашего государства. Враг зашел в наш дом через украино-белорусскую границу. С территории Беларуси к нам едут танки, наносятся артиллерийские обстрелы и ракетные удары. Десант и бомбардировщики используют ваши аэропорты для атаки на нашу страну. Украина сдерживает агрессию двух государств – России и Беларуси. Ваши преступления губят будущее ваших детей. Они вам никогда этого не простят. Не будьте безразличны. Ваше молчание – это согласие на убийство. Не верьте вашему правительству и телеканалам. Украина никогда не была врагом». В Беларуси не нашлось ни одного военного, ни одного лидера, который смог заменить Николая Статкевича, чтобы противостоять Лукашенко и предотвратить фактическую аннексию страны российскими агрессорами. «Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле. Когда задаем вопрос, а что было бы с нами, пожалуйста, смотрите на Украину. И мы понимаем уровень угроз, активность которой всего лишь сместилась на территорию соседней страны». Но белорусы не сдались. Сопротивление по-прежнему продолжается. Белорусы создали собственный батальон, ныне уже полк, в составе ВСУ. Партизаны в Беларуси мешают передвижению российских войск, передают разведданные Главному управлению разведки, помогают деньгами и акциями украинцам. В Украине воюют несколько поплечников Николая Статкевича из Народной Громады. Статкевич уверен, победа Украины неизбежна, и она очень быстро изменит ситуацию в Беларуси. «Украина, когда сутыкается значно больше местным ворогом, мая шанец выстоять, только тогда, когда она гуртуется и объединяется. Когда Украина перетворяется в крепость, самая великая небезпека сдачи этой крепости – это здрада. И самая страшная здрада, когда здрадник – комендант крепости, когда он везет таемные перемовы, кам за гроши сдать крепость. Тогда единое уратование, один шанец уратовать эту крепость – это повесить здрадника на городских воротах. У нас не... Шановные сябры, объединять белорусов зараз может только одно.
перемены. Перемены до лепшего, до нормального життя в нормальной, незалежной, вольной країні. Зараз подавляющая большинство белорусов хочет перемены. Хочет, чтобы эта влада все шла. Мы только тогда сможем врятовать нашу країну, когда мы объединяемся большинством. Те, кто за лепшее життя. Те, кто за то, как Лукашенко сошел. Те, кто за незалежность. Сябры, как Беларусь жила, мы повинны отхилить злодея, здрадника и забойцу от влады. Живе Беларусь! Живе! В своем последнем слове в суде Николай Статкевич сказал: «Не надо предлагать деньги за наше освобождение, потому что потом будут новые заложники». Я верю, что наша вот эта любовь до краины, до себе новых, вызволит и наших хлопцев. Дякую. Живе Беларусь!